И черт, иди сюда. Thank you.
Теперь я понимаю, Ричард. Я понял это, когда убил Вильяма и завладел красным камнем. Я так хотел получить эту силу. Я стану всемогущим. Синий камень, даже он добавит мне силы в этой тьме. Здесь нет света. Даже ты с твоим синим камнем не выживете. Ты не должен оставлять...
сила изменит... Скоро настанет конец! Пришел, как и обещал. Так идем теперь. Разве нет, Ричард? Смотри, ты стоишь перед огромной силой. Вот сила изменит твою судьбу, как ты сам этого захочешь. Вот, возьми это с собой. Это не нужно. Так рано. Ты очень странный человек. Тогда прощай. Надеюсь, у тебя будет яркое будущее. This ship will disappear soon. You are not supposed to be here. Go home now. Everything is over. Я всегда верила, что когда-нибудь этот рок закончится. Временами я думаю о значении красного камня. Он обладал силой изменять судьбу. Неужели нам было предназначено судьбой
испытать всю эту боль и страдания. Когда ты смотришь на эту музыкальную шкатулку, пожалуйста, вспомни. Вспомни об этом камне и о всех людях, которых ты спас. Thank you.